Всем привет, с вами Ниль в городе, это игра Terra Tech, и меня попросили, ну не то что попросили, просто в комментариях промелькнула такая надпись, что а можно ли, ну, типа сделать что-нибудь летающее. Ребят, здесь нет такого вот понятия, что вот сделать какой-то такой транспорт, который бы постоянно был в воздухе, сверху бы всех обстрелил, тут такого нет. Можно парить, взлететь на некоторое время, ну, полетать, но это эффективность в бою никакой, но... В принципе, это несложно показать. Есть такое здесь вот челленджи. И здесь есть полет. И два вида полета. Это как бы ракетный, на ракетных двигателях. И второй это как бы именно с крыльями. То есть делать, грубо говоря, самолет. Но сегодня я буду делать ракету. Как это все выглядит? Очень просто. Мне даются блоки. Определенное количество. То есть они не бесконечные. Определенное количество. Дается главный блок. И, пожалуйста, делаем ракету. Задача... Вот, пожалуйста, преодолеть такие вот расстояния, метры. И самое странное, почему меня... Вот я вот... Так как я этим уже занимался, самое странное это... Почему меня не поставили на ровную площадку? Это вот специально? Я вот этого не понимаю. Получается именно так, что специально. Ну ладно, в принципе... В принципе, это не сложно, ну как бы неплохо, точнее. В принципе, можно от этого избавиться, к примеру, каким-нибудь вот таким вот макаром. Ну, не, я, конечно, эти вот поворотные блоки меня просто они вот. Я не знаю, как еще вот мне. О, есть. Просто я сейчас платформочку выставлю, что с одной стороны будет блок торчать как... Ну что такое? Может быть, вот именно... Вот когда вот... Нет, ребятки, я не понимаю, как устанавливать... Вот, по какой-то причине теперь встало. Вот единственный раздражающий момент в этой игре. Вот установка этих блоков. Непонятно, по какой системе они тут ставятся. Вот. Так, и просто, то есть вот здесь вот склон. Я, наверное, вот так вот поставлю просто. К примеру. Ну вот, я уже вроде бы стою ровно. Но в принципе, конечно, можно поставить все это на салазки. А, здесь их нету. Блин, вот это вообще печаль. То есть мне изначально придется какую-то такую кривую платформу строить, чтобы взлететь ровно хотя бы прямо, потому что поворотных механизмов здесь мало. Ладно. В принципе, здесь ничего такого прям... Ну, лично я не вижу ничего такого сложного, прям вот сверх такого сложного, чтобы... Для постройки ракеты, да? Единственное, что вот баланс веса, баланс... какой-нибудь, не знаю, пропорции веса, топлива, ракет. Я не знаю, что еще бы, как правильно пропорции-то соблюдать-то. Потому что здесь даже, в принципе, у блоков нет веса, как такового. То есть, вот если посмотреть, ракетный двигатель, тут нету какого-то веса, чтобы от него отталкиваться, да? То есть, допустим, ну там, много... Вот насколько хватило двигателей моих. Ладно. Так, вернемся обратно. Но в принципе вот этот блок уже не нужен, потому что здесь я смотрю, вот в любом случае я приземляюсь так. И в любом случае я полечу как бы по наклонной. Ну ладно. В принципе это неплохо. Так. Что остается-то? Давайте вот здесь, чтобы для симметрии, чтобы это все было, чтобы это все выглядело более симпатично, я, наверное, вот так вот переведу блоки, поставлю вот таким вот способом, так, потом поставлю вот здесь вот так, то есть под каждый двигатель большую цистерну с топливом. Так.
начало есть. У меня только еще вот один вопрос такой возникает. Есть ли все-таки здесь предел? Ну, как бы предел блоков. Потому что, допустим, до этого я собирал, пытался собрать самолет. Там, ну, не буду рассказывать, что у меня получилось. Но вся суть в том, что блоки в определенный момент блоки все-таки кончились. То есть там крылья, пропеллеры, они все-таки кончились в какой-то определенный момент. Так что, думаю, и здесь тоже такое же возможно. Но вот... Возможно ли? Вот, да. Так, ладно. В принципе, да, я сейчас еще здесь двигатели поставлю. Я не знаю, в том плане, что здесь задача же преодолеть... плохое слово, я не знаю, я вот что-то часто его стал употреблять, это очень плохо. Здесь же задача преодолеть вот этот рубеж, 1000 метров, да, ну так сказать, самый максимальный. Все, вот, ракетные, большие маховые двигатели, грубо говоря, ракетные, да, они кончились, значит, давайте симметрично их поставим. То есть есть предел блоков, по крайней мере, ракетных двигателей. Ладно, хорошо, это уже в этом хотя бы разобрались, отлично. Так, здесь вот вообще без проблем можно поставить вот такие вот двигатели. Можно? Можно. Как? Нечего делать. Самое страшное, что... Вот если бы это была, ну, игра, если бы этого здесь появлялись враги, то мне бы не дали так спокойно вот тут собирать аппарат. Вот в этом проблема, что нет какого-то ангара такого защитного, где можно собрать спокойно свое устройство. С одной стороны, это плохо, а с другой стороны, ладно, это, в принципе, это игра, это... Вот. Есть. Я не знаю, но мне кажется все-таки, что... Вот, опять говорю, я не знаю, я даже... Это просто вот... Не то, что я не знаю, я знаю фразу, то, что я хочу сказать, а вот говорю, вот, вот слова паразита-то, да? Я очень хочу и очень желаю, чтобы они настроили все-таки как-нибудь, каким-либо способом управления так, чтобы оно было намного легче, потому что сейчас оно некомфортное, вот так вот скажем, немножко неудобно некоторые моменты делать, собирать приборы, собирать эти вещи. Так, посмотрим, сколько цистерн у нас есть еще в заначке. Я думаю, как раз таки какое-то вот такое количество. И еще одна, и все, наверное. А нет, смотрите, побольше цистерн-то. Я думал, цистерн больших с топливом будет столько, такое же количество, сколько и ракетных двигателей. От нет. Ошибка. Ошибочка. Так, я вот боюсь единственное, что... Сейчас двигателей, мощности двигателей вот этих всех не будет хватать, чтобы это все поднять. Но давайте сначала соберем по максимуму, я думаю, да? А потом, в принципе, можно как-нибудь облегчать конструкцию. А, черт возьми. Как-нибудь пытаться облегчить конструкцию, чтобы она была более-менее не тяжелой. Так, наверное, даже вот так вот. Слава богу, тут блоки не проседают. Физики как таковой по мере создания машины как бы тут нету. Так, все. Вот. И двойные блоки кончились. То есть, все-таки предел есть. Ладно, это, в принципе, тоже не страшно. Все-таки надо было сначала посмотреть, сколько еще у меня есть топливных баков, перед тем, как строить вот эту конструкцию, то, что я построил. Да, и больше все. Тогда вот так вот делаем. Здесь пока что вот эти вот блоки уберем, потому что они мне, возможно, сейчас не пригодятся, потому что я сюда еще сейчас вставлю топливные баки, но уже более меньшего количества, ну как бы просто они маленькие. Задача взлететь. Никаких крыльев нету, никаких. Вот максимум, что можно управлять, по-моему, ну, максимум, чем можно управлять, это вот этими двигателями. То есть они влево-вправо могут, когда я буду нажимать влево-вправо, они могут как-то корректировать движение. Но и то, мне кажется, там не так шибко это все делается. Так,
убираем блоки, потому что мне кажется, они немножко здесь лишние. Давайте сначала затащим сюда вот так же топливные баки, потому что мне кажется, они вот вообще идеально здесь просто стоят. Место для двигателей вот этих дополнительных, вот таких вот маленьких ракетных, в принципе, дофигище, так что пока что об этом не будем париться, задаваться этим вопросом. Просто попытаюсь как можно больше топливных баков поставить. Посмотрим, сколько их еще хватит. Жалко, не написано количество. Не понимаю, зачем они этого не делают. Могли бы здесь где-нибудь на блоке просто количество. Так. Вот даже больше, чем я думал. Так, ладно. Предположим, вот здесь вот еще давайте тогда ракетные двигатели ставим. Смотрите, вот я вот хочу на этот блок, а он прям вот, вот. Не знаю уж по какой системе они там устанавливаются, но вот через раз как-то это все ставится. Так, отлично. Единственная проблема, это в самом низу вот здесь у меня. Не то, что это не проблема. В самом низу вот там вот блоки, они не используются. Но, в принципе, это тоже неплохо. Так, можно еще вот сюда вот установить ракетные двигатели. Мало их не будет, мне кажется. Каждый ракетный двигатель, он добавляет тягу, логично. Ну и чем больше, тем лучше. Все, кончились. Хорошо, это уже как бы показатель. Так. Я боюсь, что сейчас какой-нибудь такой квадратный квадратное что-то такое получится. От названия, ой, от ракеты только будет одно название, вот так вот. Ну, это, в принципе, тоже хорошо. Так. Я знаю, что вес все-таки здесь есть, и вот главное, наверное, какую-то симметричность соблюдать, чтобы расположение веса было такое прям везде правильным, что ли, как-то так. Попробуем еще сюда вот баки выставить. Так вот. Так вот. Вот так вот. Все. Баки кончились. Остаются вот такие вот двигатели. Я их вот, наверное, вот таким вот образом поставлю. То есть попытаюсь в эту сторону. Если мне надо будет крутиться. И немножко и в другую сторону, прям в противоположную. То есть если мне захочется повернуть. А, он будет просто крутиться же, да? Да, он будет просто крутиться. Тогда мне немножечко по-другому нужно это все сделать. Вот так вот. Вот так. То есть, если я вот вправо-влево вот так вот нажму. Посмотрим. Сейчас проэкспериментируем просто. Взлет. То есть, если я просто буду жать влево, он будет двигаться вправо. Ну, может быть, посмотрим, как это получится. И, в принципе, пошел. Нет, все держится ровно. Смотрите, батареи просто сжигаются. Сжигаются. Все. Все, не хватает мощности. Так, я не понял, я то есть не побил никакой рекорд, что ли? Такое чувство, что да. Пошла, пошла, давай, давай, давай. 15, рекорд 15 метров. Я даже первый... Я даже первый не... Не побил даже первый вот этот вот рекорд. Нет, все, это не канает. Давайте новый полет. Новый полет. Теперь мы будем по-другому немножко делать. Попытаемся облегчить вообще всю конструкцию. И минимум двигателей, минимум топлива. Просто на максимум
как бы попытаемся взлететь, посмотреть вообще, насколько хватает. Вот, допустим, к примеру, мы возьмем, ну, вот так вот сделаем простейшую ракету. Нет, простейшая ракета не так. Простейшая ракета вот так вот. Так, рекорд у нас 15 метров был. Отлично. А я хотел на 1000 метров взлететь. Это... Да, мы просто сейчас, я вот наустанавливаю вот кучу таких вот баков. И посмотрим, вообще поднимут ли 4 двигателя вот эти все баки. И... Просто вот, честно говоря, здесь непонятно в том плане, что как это все работает. Функциональность, насколько быстро тратится топливо, насколько тяжела конструкция, насколько высока тяга. Вот это... Так как не прописан никакой вес, то и непонятно, насколько тяжело ей тащить вот это все, как бы, насколько легко там ей поднимать, там, ну вот, насколько проседает. Ну я вот, видите, я даже не смог взлететь, не то что я там оторвался от земли, я просто взлететь не смог, потому что двигателей не хватило, тупо не хватило. В принципе, это тоже можно вполне исправить, потому что... Ну вот, что вот не ставится? Так, мы еще сейчас просто поставим еще двигатели. Ну, не таким образом. Посмотрим сейчас, сколько вот таких вот мелких ракетных двигателей нужно для подъема, к примеру, вот этой вот всей платформы. Ну, вот уже полегче пошла. То есть, по крайней мере, видно, что она прет, что она идет. То есть, прям 1 метр. Рекорд 1 метр. 2 метра написано. Мне страшно это... Это что же надо создать такое, чтобы на 1000 метров это взлетело, при этом, при всем. Я сделал одну ошибку. Смотрите, пошло как. Пошло просто на 1000 уже метров. То есть не в высоту надо, а просто преодолеть какое-то расстояние. Все понятно. Вот теперь все понятно. Так. Теперь мы разобрались и... Оп. Так. Сейчас мы будем все исправлять. Во-первых, снимем вот этот бак. Поставим здесь еще один блок. И я сейчас попытаюсь приподнимать, как бы... Приподнимать перед, чтобы... Посмотрите, я даже еще смогу поставить топливные баки. Надеюсь, сейчас получится идея. То есть я попытаюсь приподнимать передок. Нет, он как-то вот... Топливо кончилось при том, при этом, при всем. Нет, не работает, честно говоря, как-то идея-то. То есть я думал, что вот когда я буду вперед или назад сжать там, то вот это, эти сопла будут работать. То есть я буду как бы приподнимать переднюю часть. Так, хорошо, ладно. Попробуем по-другому. Ну, здесь все понятно. Здесь просто меня выносит. Так, ладно. В принципе, я так и понимаю, что здесь... Ну, что такое-то? Нажимаю B, она не срабатывает как-то B. То мне, в общем, просто в итоге нужно пробовать. И из этого все-таки в конце концов что-то должно получиться, потому что... Вот так вот. Ну вот тоже, посмотрите, топливо кончилось, но я не приподнялся, не как бы не оторвался от
264 метра. Так, убираем большие двигатели. Так. Вот так вот ставим. Давайте попробуем. Сейчас у меня есть... Ну, тут даже говорить просто нечего. Тут приходится вам смотреть, а мне приходится строить. Потому что идеи такие, что здесь просто нужно пробовать. Больше других идей у меня пока что нет. Так. Тем самым я как бы перед... Он больше будет, то есть нагибаться он меньше будет. Ну, у меня, по крайней мере, мысли такие. Так, еще баки, Баков много не будет точно, это 100%. О, господи. Так, баков много не будет, но... Вот как вы говорите, что использовать полет, ну, допустим, использовать полет в бою. Сами видите, насколько это сложно. Ну, по крайней мере, у меня. Может быть, у меня кривые руки, и мне не дано вообще управлять. Давай! 264 метра написано, но почему-то 250 метров не прошел я дистанцию. Ну, нормально, я типа лечу. Типа лечу, но как бы расстояние-то я не преодолел. То есть, используйте это в бою, используйте это, ну, именно в какой-то вот такой вот экстремальном месте, то есть на карте какой-то. Это, конечно, не шибко мудро будет, так скажем. Так, есть идея, кстати, на самом деле. Есть идея другая. Вот последнюю давайте идею я попытаюсь реализовать. И на этом, наверное, закончим, потому что время наше вышло. Так. Вот так вот я бак поставлю. Не бак, а один двигатель. Ну давай, давай. Ну давай, вот в эту часть хочу. Ну, вот, вот так вот. И а давайте вот здесь еще вот так вот поставим. Че нет-то? Ну, что ты не ставишься-то? Так, а с, ну, как бы с передней части наоборот. То есть два двигателя наоборот. И вот получается, вот туда я должен прийти, вот в ту сторону. Потому что с этой стороны меньше двигателей, чем с этой. То есть на два будет. И тяга будет... Я буду немножко наклоняться, но не так быстро, чтобы быстро упасть. Так что посмотрим сейчас, что из этого выйдет. Как минимум блоков постараемся, чтобы это было не тяжело. Вот так вот, отлично. Так, все. Максимум баков. Попытаемся, по крайней мере, поставить. Ну, а что тут максимум тут думать-то? Может быть, конечно, вот эти вот лишние. В данном случае, потому что, может быть, вес-то, конечно... Так, здесь поставим еще вот такие вот дополнительные ракеты. А что, пусть будут, да? Господи, ну давай. Вот так вот. А, в принципе, еще таких ракет-то можно... Ну, вот сбоку, которые ракеты я ставлю, они же, как бы, я так понимаю, будут именно как бы вперед толкать, да? Вот эти будут по наклону нагибать вниз. А вот эти задние, они как раз-таки должны меня чуть-чуть вверх поднимать. То есть и градус тем самым я снижу. Увеличу градус, наоборот, полета. Ну, по крайней мере, в теории оно должно где-то так работать. Все, это, похоже, последний топливный бак был. Но это все в теории.
Ну, ничего. Ничего так. 250. Я прошел рубеж 250, 304 метра. Ну, это уже показатель. Это уже показатель, и это, честно говоря, уже радует. Попробуем еще, ну, раз уж так поперло, как говорится. Попробуем просто увеличить топливо. А, так, куда бы еще его запихать-то? Вот так вот. Так, у нас там было 1, 2, 3, 4. В принципе, вот этот вроде должен быть последним баком. Ну, да, все, это последний был бак. Просто уже не хватает, смотрите, тяги не хватает. Просто не хватает тяги двигателем. Но сразу видно, я 389 метров прошел. Это существенно, конечно. Это очень существенно. Так, что еще можно сделать? Можно установить мелкие ракеты. Мне прям очень захотелось прям сейчас. Ничего. Чуть серия чуть подольше будет. Но мы попробуем преодолеть рубеж 500 метров. Всего лишь 111 метров осталось. Так, куда бы еще ракеты установить можно без установления дополнительных блоков. Так, вот я вижу место. Так, еще. Может быть, просто взять ракеты и попытаться ее куда-нибудь, куда встанет. Так, наверху. Наверху это уже не то. Здесь уже не то. Так. А вот интересно. Ну да, это только так получится. К сожалению. Да. Ну, вот исключительно, если дополнительные блоки только ставить. Ну ладно, попробуем. Давай, пошел. Небо. Так, слишком большой градус, мне кажется. Будем. 300, 400, 400 метров, нет, 397 метров, это мало, так, есть у меня мысль, конечно, есть еще куда расти у нас, конечно же, то есть у нас есть, мы можем и установить просто двигатели дополнительные. Тем самым мы увеличим просто мощность двигателей, тем самым тяга там станет мощнее. И просто меня быстро нагибает, так как? Ну это уже, вот это уже не канает, конечно, это уже не канает, потому что градус слишком мелкий стал. И так, значит, вот с этой стороны нужно установить. Надо установить еще ракет. Проблем в этом я не вижу. Установлены дополнительные блоки, установлены дополнительные ракеты. Ладно, вот это последняя попытка, потому что я так вообще могу до бесконечности, конечно. Кстати, я вижу один топливный бак, это... Как так-то вообще? Пошла! Ну, стартанула она очень красиво. Давай! Топливо! Нет! Так, нет, еще одна попытка сейчас, ребятки, еще одна попытка. Слишком много ракет поставил, то есть градус слишком большой был. Это мало ракет, это мало. Давай. Я даже не все топливо потратил. Ну ладно, на этом точно заканчиваем. Вот. Здесь полет, мне кажется, он интересен только так вот, ну, таким вот образом. То есть как-то покорять какой-то рекорд, перестраивать что-то, переделывать, как-то пытаться как-то вот так вот тысячи метров как преодолеть, я вообще не представляю. Но, в принципе, доработкой, то есть можно с аэродинамикой поиграться.
принципе, можно, то есть в линию, допустим, двигатель выстраивать как-то, не такой вот ракеты, именно, а именно как-то в линию, там, спереди нос. Ну, то есть можно, в принципе, с этим совсем поиграться. С вас 50 лайков, чтобы была новая версия, ой, новая серия, если вы хотите новую серию, конечно же. Либо я там посвящу эту серию самолетам, то есть попытаюсь самолет сделать, либо просто опять поезжу в городе. Также меня попросили показать крафты, что в принципе тоже возможно. И мне скинули ссылку на вики по игре, и там было очень много крафта, который тоже хочется очень много попробовать хотя бы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. До сих пор я ищу еще одного переводчика английского языка. Если вы желаете переводить обновления, вы знаете хорошо английский, и вам это будет не в напряг, то пишите мне ВКонтакте личным сообщением. Мы с вами поговорим там и проведем, грубо говоря, маленькое собеседование. С вами был Нильфгорн. Всем пока!